Всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, мы продолжаем играть в игру под названием Royal Quest. И мы сейчас отправимся за шкурами волка. Но изначально я хотел бы вам показать, что я вкачал. Я вкачал силу 10. Почему 10? Здесь кратность 10 дает плюс 15 дополнительной атаки. То есть каждая сила дает плюс 2 атаки и кратность 10. То есть раньше мне в Рагнарок приходилось все это высчитывать. Здесь же сразу же все высчитывается за меня. Вот. Ну и выносливость я сделал 10, чтобы энергия 10 за 10 выносливость повышается энергия. Кстати, да, я не упомянул, то и получается энергия у боевых классов и мана у магических классов. Поэтому, допустим, сейчас я вам покажу. Я здесь подобрал. О, что-то валяется. Блин, не успел. Подобрал такой сыр с плесенью, и он восполняет 225 маны за 5 секунд. Но мне они ни к чему, потому что у меня нужно восполнение энергии только. А энергия у меня восполняется пока что малое зелье бодрости. Вот, и кстати, энергия это как раз вот то, что я расходую на скиллы. Допустим, оп, и потратилась энергия. Продолжим. Немножко вкачал ловкости, то есть получается каждая ловкость, повышение ловкости, использование умения, чтение заклинания на каждую секунду. Скорость, скорость атаки, все, я думаю, для чего-то же я откачал. И вы получаете 2,5% скорость атаки и кувороту за каждые 10 ловкости. Так что до десятки я думаю накачаю, а дальше буду качать выносливость. Мне все-таки здоровье нужно. И сами видите, у меня здоровье теперь 1000. То есть как бы вполне неплохо. Есть дополнительные характеристики, которые мне не к чему. Вот, что еще хотел сказать. А, кстати, да. Вкачал талант, а именно отвагу сделал. Мечник получает 10% к атаке, если вблизи его находятся 4 или более врагов. Вот, ну тут был выбор еще мощь. Гнев, круговой удар. Но как бы мне это не к чему. Вот, поэтому как бы пока что именно так. Также я забыл коробки с картами открыть. Я решил их открыть сейчас. Карта стража. И карта разряда. Что же мне эти карты дают? Так, карта разряда. Наносит 5-10 урона воздухом при атаке только для предметов класса С. То есть дополнительно 5-10 урона и вставляется в оружие. В общем-то, как-то неплохо. О, вставляется в доспех, поношу щит. Плюс 50 к защите, только для предметов класса С. Смотрите-ка, а неплохая карта. Плюс 50 к защите. Так, ознакомимся с характеристиками. Урон снижен на 10% моими 90% защита. О, 90 защита. Ну, 92, как бы я округлил. Что означает плюс 50 даст мне еще примерно около 5% снижения урона. А это вполне неплохо для танка, как бы, тем более на начальных левелах. Но пока что я не буду его никуда вставлять. Во-первых, мне нужен слот, а слот у меня только в перчатках мечника. А вот, а во-вторых, я не хочу в эту говно все складывать. Так что, пока что карты. Так, кстати, это у меня получается в оружие. В оружие, но оружие у меня огня. Так что пока... Ой, это я на не то нажал. Пока что карты я сложу на склад. Благо, их можно складывать себе спокойно. Весь этот лут я решил не продавать, потому что там трофеи часто используются в ремесле. Я подумал, ну а почему бы нет, используются, так используются. И заодно решил посмотреть, как используются крылья жужи. Alt 3 и опа, да, примерно я так и понял, что они будут так использоваться. Также поставил кручение камеры, чтобы когда я повернусь, о, зеленая трава, давай, когда я повернусь, чтобы камера направлялась, точнее карта, направлялась в том же направлении, как и я иду. То есть стрелка всегда показывает вверх, поэтому я всегда знаю, куда бежать. Так, переключаемся на карту. Ой, я далековато как-то ушел. Мне нужно туда. Туда. Давай к мосту побежим пока что.
Не буду я сражаться с монстрами, немного посражался, как видите, немножко опыта увеличено. А, кстати, как-то же можно на какую-то кнопку нажать, чтобы можно было собирать все. Так, выбор персонажа, окно, так, настройки интерфейса, горячие клавиши. Сумка персонаж, способности, карта и гильдия, друзья, магазин сражения, по любой статистике, замки, рейтинги, настройки, убрать интерфейс, действие, отменить цель класс, сесть, встать, инсерт, да, это по привычке, а, подобрать предмет на спейс, о, вообще все легко и просто, подобрать предмет на спейс. Вот, проверим сейчас сразу же, как это подобрать предмет будет работать. Ничего не выпало. Как вы видите, просто атака офигенная. То есть, по сравнению с тем, что у меня было, вот сейчас просто с двух ударов я их убиваю всех. Да, то есть, как бы, мало того, что у меня я скачал силу, то есть, за каждую, то есть, 20 силы, еще плюс кратность, еще плюс 15, то есть, плюс 35 силы, это довольно-таки неплохо, да, я думаю. Так, зеленая трава. Бежим, собираем зеленую траву. Я не знаю для чего, но, конечно, пока что. Хотя, я примерно догадываюсь. Зеленый листок. А, зеленая трава. Вот, ну, это, собственно, я думаю, зелья какие-нибудь делать и так далее. До этого мы всего доберемся. Кстати, я подумываю, все-таки это же MMORPG, и тут тяжело не снимать каждый день. Точнее, блин, точнее... Ёшкин кот, прям как много ресурсов. Деньги, 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 деньги. Вот, тяжело как бы все это... охота играть, 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 играть постоянно. Поэтому я буду, наверное, выкладывать не по одному видео в день. Вот, поэтому то, что я сейчас снимаю, я выложу... А, это у меня в данж, торговый путь. Ну хорошо, пойдем в данж. Первый данж. О, да. Так, первый данж. Медовый хмель. Давай-ка соберем. Неплохо. Оу. Сражение железа. Хорошо, добудем. Ужик, 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 ужик. Ужик. Давай. Недостаточно ярости. Я не настолько яростный. Уж извиняйте. Трава G. Ну, в общем, собираем все. Здесь мобы агрессивны, так что нужно быть аккуратнее. Также ужик, возможно, будет... О, вот они, волки. Возможно, ужик будет травить, так что нужно быть в этом плане аккуратнее. Не хочу прям нападать. Ну, хорошо, погнали. Волков боятся, в лес не ходить. О, да. Да, я так и знал, что это массовый скилл все-таки. Первая шкура у меня есть. Так, хорошо. Подождем отката. Подождем отката умения. Нападем на ужика. Волки сами нападут. И погнали. О, да. Просто... Просто... А2. Есть. Собираем шкуры. Окей. А, ага. Хорошо, мой. Волчий клык. Прекрасно. О, да. Крит. Офигенно. Так, месторождение железа. Хорошо, я думаю, мне это пригодится в создании оружия. Я люблю собирать абсолютно все. То есть, вижу предмет, я его собираю. Рано или поздно пригодится. Я много раз в MMORPG, в MMORPG играх, я как бы вот собираю... Да и только в MMORPG, как бы в целом в играх, собираешь одно... Казалось бы, нафиг не нужно, а потом оба-на, а там квест оказывается. Прекрасно, я уже все собрал. Вот примерно так. Нет места в рюкзаке, ну как так? Кусок мяса, ну, мухопор, эй, вообще-то обидно. Как видите, вот на первая проблема с инвентарем. Инвентарь очень и очень невместительный. Чтобы его расширить, нужна валюта. Пока что как эту валюту добывать, я не знаю. И надо было, наверное, все это сложить куда-нибудь. Сложить. Черт побери. Мясо змеи. Мухобор. Я хочу подобрать мухобор. Ладно, медную пуговицу выкинем. Мухобор. Трофей. По крайней мере, медная пуговица стоила всего лишь один зеньку. Ну, моя привычка с деньгами их называть.
Золото. Дничку золота всего лишь. Так, волчий клык. Кожа. А, все, 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 все. У меня все собрано. Классно. У меня все собрано. Так что можно уходить. Так, уходим, уходим, уходим окольными путями. По пути убивая, конечно же, волков. Я не упущу этот момент, чтобы убивать волков. И вот так. О да, ты успел подойти. Молодец. Так, 90%. 90% зеленую траву сейчас соберу. Соберу, 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 соберу. И вот эта стая волков мне апнет левел. Я уверен в них. Они мне апнут сейчас левел. Хо-та! Прекрасно. Так, нет места в рюкзаке, нет места в рюкзаке. Кусок мяса, хорошо, кусок мяса. Трофеи купить, хорошо, закрыть. Не апнула мне эта толпа, а вот это зато апнет мне. О, да. Продолжаем собирать предметы. Кусок мяса у меня вываливается просто. Что-то у меня горлышко. Горлышко, а, я вообще не туда побежал. Окей. Шкура волка, собираем все. Так, еще шкура волка. А, вот там кусок мяса. Я уже думал, что за фигня, шкура волка не собирается. Волчий клык. Получить сундук. О! Окей. Так, подождите. Я не хочу получать сундук. Ну, что такое? Нет места в рюкзаке. Хорошо, месторождение железа. Я, по-моему, иду так туда. Да что такое? Я опять заблудился. Не, все-таки вращение камеры я уберу. Я привык, что камера не вращается. О, медовый хмель. Хорошо. А, стоп. А, ну да, блин, сейчас, ладно, сейчас, 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 сейчас. Хотел чутка обмануть, ничего не получилось. Так, автоматическое ведение. Так, отключить. Так, 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 так. Эффект дождя, альтернативная комбинация. Я не понял, где... А где, 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 где? Интерфейс. Так, вращать мини-карту. Во, во, все. Окей. Классно. Я сделал то, что нужно. О, да, наконец-то правильно. Все, я сейчас вижу, куда мне нужно идти, что мне нужно делать и так далее. Так, бежим. Собирать ресурсы. Я все собираю, да. Вы еще не раз увидите, как я все собираю. Поэтому, как-то так. Я не знаю, по сколько минут выпускать серию. Я пока что, наверное, буду выпускать по 20. Так, бежим, 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 бежим. Так что, бежим. Ладно. Кстати, 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 кстати. Что мы тут имеем? Мы имеем 7 уровень и можем раскидать очки. Пока что все вкидываю в ловкость. Да. Я добью до 10 ловкости. Так что, чтобы мне и ворот прибавилось, и скорость атаки увеличилась. Так что, пока что я буду все кидать в ловкость до 10. Не больше. Пока что не больше. Удача. Кстати, удача. Что мне удача даст, если я ее апну? О, везунчик. Повышает шанс критического урона и попадание за каждые 10 удач. Плюс 4 попадания за каждые 10 удач. В общем, шанс крита и попадание. Окей. А сама удача повышает шанс нанесения критического урона целевыми атаками и заклинаниями. Ну, в целом, мне это ни к чему. Да, мне это ни к чему, поэтому... я все-таки качаю себе танка, так что будет так, как есть. Так, скидываем все, что набрали. Пока что я все буду скидывать, это тем более, как бы вообще это надо было, можно было и убрать, как бы сразу, что-то я протупил. Вот, возможно, здесь какую-то пищу можно готовить, вот, как, к примеру, сыр с плесенью уже есть. Почему бы нет? Вот, поэтому как бы я это все скидываю, но это пускай лежит, так как в предметы из ремесла только могут попасть предметы из ремесла, поэтому пускай все это там лежит. Так, окей, закрыть, получить сундук, серебряный, так, и что мы получили, что мы получили, кстати, вот первая помощь, оп, секунду, так,
здесь есть первая помощь, которую можно захиляться, немного потратив энергии. А, ну да, я об этом говорил уже. Так, что мы получили? И в инвентарь, и мы получили малый флакон зелья маны, мне не нужный, и зелье трое, полностью восстанавливает здоровье полностью за 2 минуты. Неплохо, но это на больших левлах только нужно. Так, опять на ману я складываю на склад. Это тоже убираю, потому что, ну, сейчас она мне вообще никак ни к чему не уперлась. Здоровье, 200 здоровья за 5 секунд пригодится, крылья жужжи пригодится, и здоровье, энергия, все это пригодится. Сдаем, идем сдавать задание. Задание. А, шкура волка, блин, вот я лопотряс. Я шкуру волка скинул, я вместе со всем выкинул шкуру волка. Так, стоп. Их же как-то можно делить. Так, стоп. Сейчас я вспомню. Ага. Ну хорошо. Через Shift я кидаю по одной. Я даже так могу делить их. Ага. А через Ctrl я делю ровно пополам. Хорошо, зажав Ctrl можно по одной кидать, а зажав Shift... Погодите, всё, я сам запутался. Зажав Shift по одной, а зажав Ctrl пополам делится. Все, все. Информацию запомнили, и... ну, чтоб я уже сам тоже не путался как бы. Так, Жуков-Росенок, скажи мне... В чем же заключается твоя служба, новобранец? Стать лучшим воином и с доблестью служить во имя Ленния и короля. Конечно же. Тебе надо суп подумать. Надо тебе набрать, чтобы лучше думалось. Бла-бла-бла. Приступаю, сэр. Так, мне дают новую шмотку. О, серебряный сундук. Правоклик, чтобы открыть. Окей. Мне дали немножко бутылей, что хорошо. А именно 3 штуки. Так, у меня есть задание. Кстати, что там у нас по времени? 17 минут. Окей. Выполним задание и все. Бочонок с пивом. Как интересно. Бочонок с пивом. Хорошо, погнали. Ну-ка, что тут у нас в магазинчик? К примеру. Золотой зуб. Кстати, вот, видите, обычный лут, как бы, ничем не приметный, очень много его кто выкидывает, но, пожалуйста, он стоит денег и вполне такие адекватные цены, так что можно заработать, и вот оно, пожалуйста, роса стоит 5 монет, щепка 10, так что даже такими копейками можно хоть как-то заработать на нормальное шматье. О, кстати, а шматье. Я тут, помнится, мне щит видел. Такой щит. Плюс 2 к выносливости. Плюс 3% защиты и 46% защиты. Ну-ка, а что у меня там за гадость? 24% защиты и плюс 5% защиты. 24% защиты. Но здесь 48%. Тут по защите уже больше, что означает уже лучше. Так что, берем. Покупаем. Одеваем. Сразу же, видите, щит изменился. Защита... Ну-ка. Так, и... Ну, вы сами все видите. 92. Стало 113. И плюс снижение урона на 11,8%. А благодаря этому всего лишь на 9,9%. Кстати, почему-то уменьшился дамаг. Ой, защита в процентах. Не знаю, из-за чего, конечно. Вот, так что вы сами все видите. Так, это мы продаем сразу. Что мы тут имеем? Закатная звезда. Это усиленная учебная дубина. Вещи красноречия плюс 4 к силе. Он стоит 1100. У меня таких денег нету, так что уходим. Кстати, как видите, просто можно, добывая... Убивая, точнее, мобов, можно заработать вполне, вполне адекватные деньги. Хотел сказать неадекватные. Вот, так что защита увеличена.
что вполне неплохо себе. И бежим, 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 бежим. Вот, кстати, а вот сейчас поворачивается камера. Куда? Все. Все, так намного удобнее. Не понял. А что мне тут надо делать? Бочонок спил. Ну-ка, 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 ну-ка. Искать в лесу, в целом заставить лагерь, груз. Бочонок спил. Окей. Нет, бочонок спил. Может, ух ты ж, нифига себе. Ты что, тоже лутер, что ли? Так. В такой ситуации самое главное это сжать пробел очень-очень часто. Вот он. Просто его кто-то подобрал до этого. Окей. Бочонок с пивом подобрали. Убиваем всех нафиг на пути, а то вдруг у них что интересно лежит. И бежим дальше. По сути, можно стоять около этой точки, как бы, и там просто собирать. Кстати, через таверну сломанный меч. Пока что в таверну не пойдем. В таверну пойдем, пожалуй, в следующей серии. О, это ты чё? Помер, что ли, бедняга? Мне тебе жалко. Чувствую я... О, мягкая шерсть, кусок мяса. Это кого-то завалили? О. А это кто это у нас тут такой? Хаул. Шкура Хаула. Окей. Так, ну, тем временем... Собирается лук потихоньку. Терния, кстати, терния очень похожа на персонажа из King's Bounty. Это прям ух, как похоже, я вам так скажу. Просто неимоверно. Не, я, наверное, все-таки здесь я побуду, около одной точки. Появляется не по ходу дела все-таки сравнительно недолго. Я боюсь, что я просто буду очень долго бегать. Здесь панцирь жужжи, золото, опять золото. Успеваю, не успеваю. Вот медовый хмель. Ох, сколько ресурсов. Я нафига я убил? Надо его подождать, пока все соберет. И нормально было бы. Вот. Ну, как бы для меня это нормально. То есть, вот в самом начале пытаться собирать лут и так далее в большом количестве. Потому что денег нету практически на все. Я вам так скажу. Вот, поэтому я всегда собираю все. Терния, 7 левел. Ну, по крайней мере, более или менее адекватная своим левелом. Так, терния. Немножко прокачаемся, заодно выполним квест. Медовый хмель. Давай, собирай. Так, сбивают время сбора. Да ладно. Собираем кучу лута. Что-то не появляется этот бочонок, чтоб его... Ладно. Погнали, короче, сделаем по-другому. Вау, ты что? Агрессор, что ли? О, я не знал. Хорошо. Бочонок с пивом. Блин, был так рядом, оказывается. Так, собираем бочонок. Бежим дальше. Где-то тут тоже бочонок должен находиться. А, не тут, а вот тут. Кстати. О, не-не-не, я сначала соберу, потом уже буду говорить с НПЦ. Ну нафиг, а то сейчас переносом его соберут и будет все печально. Так, магазин. Что ты тут умеешь? Топор лесоруба, звезда во тьме. О, щит. А, ух ты ж, нифига себе. 15, сильная ловкость. В общем, в топку оружие. Я понимаю, что у меня оружие вообще полноценное в сравнении с сегодняшним. 9 плюс 4, то есть 13, и как бы ни о чем. Ну, то скорость атаки дают. Но здесь мне пока что и не нужно сильное оружие. Так, еще два бочонка с пивом осталось. Один из них я уже подобрал, и один, я думаю, где-то здесь подберу. Ой, не здесь, а? Ага. Вот здесь-то. Так, все. Ой, ёшкин кот, на мини-карту же сжать нельзя. Все, бежим, 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 бежим. Сдавать. Сдавать лут, сдавать квест, и будем уже, пожалуй,
заканчивать все это дело. Опять понасобирали вот тонну всякой гадости. Вот они, 6 бочонков с пива. Не, ну я хочу разбить этот кокон. Успею, не успею, успею, не успею. Давай, 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 давай. Ты сможешь, я в тебя верю. 10 золота. Неплохо. Хотя такого ничего серьезного и не выпало. Ну да ладно. Кстати, Растенка, может в тебе что есть? Ничего в тебе нет. Хорошо, забегаем в город. Практически 8 левел. И сдаем квест. Так. Правильная мотивация. Служу. Хорошо, познакомлюсь. Так. Нам дали новое задание. Мы выполнили свой квест. Получили левел. Теперь у нас 8 левел. Практически с половиной. И я уже буду, пожалуй, на этом заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Заходите в игру. Ссылка в описании. Скачивайте. Она весит очень мало. Всего лишь 2,5 гига. И вполне таки адекватная. А по FPS и... Ну... В общем, играть здесь очень и очень удобно, потому что FPS у меня на самых максималках показывают всегда за сотку и ни разу не опускался меньше. В общем, заходите, будем играть вместе, пишите мне сообщение, мол, я подписчик, добавь друзья, как бы, и как бы я спокойно вас добавлю в друзья. Все, всем спасибо, всем пока.